Ну что ж, и в красном углу ринга воевода Эльдар, клуб Ярополк. Внимание на экран. Меня зовут воевода Эльдар. Мне 14 лет. В спортивном патриотическом клубе Ярополк я занимаюсь 2 года. Являюсь чемпионом Москвы и Московской области по рукопашному бою. А также призером всероссийских турниров по рукопашному бою. Хочу выразить благодарность бойцам спецподразделения «Альфа» за то, что не погибли за Россию. Ведь погибнуть за свою родину – это самое высшее достижение. А улыбнись, пожалуйста, Эльдар. Хорошая улыбка. Слушай, есть такая поговорка, что все чемпионы и спортсмены неумные, что как бы... давай развеем этот миф, да? Хорошо? Окей. Вот скажи, 26-й элемент в таблице Менделеева. Ну все же знают. 26-й элемент. Я не знаю. Ну хорошо, а тогда первое произведение Александра Грибоедова. Тоже не знаю. А столица России? Москва. Молодец, Эльдар. Встречаем, друзья, воевода Эльдар, спортивный клуб Ярополк. Он знает наизусть всю таблицу Менделеева. Его любимый писатель Александр Сергеевич Грибоедов. Самый умный спортсмен. Встречайте, Эльдар Воревода. Спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Город Красногорск.